На территории Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он связан с наступлением 4-5 классов пожарной опасности в лесах, увеличением количества лесных пожаров в результате опасных природных явлений, сухих гроз со слабыми осадками и шквальным ветром до 25 метров в секунду. На данный момент в регионе действует больше 20 очагов, но огнеборцы продолжают борьбу со стихией. О пожарной обстановке в республике подробнее расскажет Виталий Абрамов. По последним данным, на территории республики горят 24 лесных пожара. Огонь бушует в основном на территориях Намского, Усть-Алданского, Таттинского, Вилюйского и Кобяйского улусов. На тушение огня задействовано более 600 человек. Уверяю вас, у нас ситуация под контролем. Мы ведем ежедневный мониторинг лесных пожаров посредством спутников, да? И тушение лесных пожаров осуществляется по всем пожарам. На днях тяжелая ситуация была у села Модут Намского улуса. Благодаря мобилизации населения, участвовало более 100 человек из числа местного жителей, пожар удалось локализовать. Но благодаря своевременному реагированию, мобилизации населения, данный пожар удалось локализовать. В настоящее время угрозы населенному пункту нет, ведется работа по дотушиванию и окарауливанию данного пожара. И сегодня вечером из-за сложной ситуации главой республики был введен режим ЧС уже на всей территории республики. Регионального уровня говорит о том, что нужна мобилизация на уровне муниципалитетов, всех органов исполнительной власти, предприятий и организаций всех форм собственности. Соответственно, это позволяет привлечь федеральный резерв, который мы ожидаем уже в среду. Просим сюда направить 100 человек из Рослесхоза, и данные люди будут применяться при тушении пожаров по территории республики. В это время категорически запрещается разводить открытый огонь в лесах и быть предельно осторожными с огнем и немедленно сообщать об обнаруженных очагах возгорания. Отмечу, недавняя угроза у села Мадут – результат человеческой деятельности. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, Максим Ростовцев и Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.